Далее в программе вы узнаете, какие современные технологии применяются на новом заводе «Ядрин молоко». Я же с вами прощаюсь. До встречи. Гости посетили новый корпус завода «Ядрин молоко», который запустили в прошлом году. Здесь, в отличие от старого, появились совершенно новые возможности для производства продукции. К тому же были созданы дополнительные рабочие места. Пуск молокозавода является хорошим стимулом, хорошим подспорьем для того, чтобы развивать далее личное подворное хозяйство. Ядринский завод первым на территории не только России, но и стран СНГ применил уникальную технологию мембранной фильтрации. Об этом заявили поставщики оборудования из Германии. Агрегат нового поколения позволяет выполнять сразу две функции – сгущение молока для творога и отделение сывороточного белка. А это значительно экономит время и деньги. Важен для завода и вопрос экологии. Эта установка хороша тем, что в канализацию сливается уже практически только чистая вода. Это сократило расходы на очистных локальных сооружениях наших довольно-таки намного. Взять на вооружение такую технологию захотели и другие переработчики молока. Этот уникальный опыт по извлечению белка даст нам возможность сделать импортозамещение. В настоящее время белки у нас заводятся в основном из Европы. И это позволит сэкономить валютные наши сбережения. Кроме того, переработчики молока собираются перенять опыт Ядринского района и Чувашии в целом по сбору молока. На семинаре говорили и о других инновациях, которые применяются на заводе. В частности, об использовании экологичной упаковки. Не секрет, да, что...